Сразу по игре скажу, приятно играть с таким соперником, который умеет и играть, и перестраиваться, и строить оборонительный редут, и в то же время хорошо владеет мячом. То есть девчата, это подрастающее поколение, доставили сегодня где-то нам и проблемы, особенно первые 15 минут. Но благодарен своей команде, своим девчатам, что они выдерживают тот план на игру, который мы с ними приняли совместно. То отношение, которое мы от них требуем, это видно как бы и на футбольном поле. Мы хорошо изучили соперника и воспользовались где-то их слабыми сторонами, которые есть у любой команды. Поэтому мы движемся вперед. Мы делаем сейчас акценты на определенные моменты и в тренировочном процессе, и в теоретических занятиях. Поэтому я рад, что сегодня многое получалось.